Hello everyone, we're today here at the Red Square and we're gonna go to Goom to ask some people, what do they think about Christmas? How do they celebrate it? And we're gonna have fun while we're gonna be doing it, so come join me. Гузей. Гузей, очень приятно. Ваше самое любимое время года? Зима. А почему зима? Обожаю снег, обожаю волшебство. А есть ли какие-то праздники, которые вы празднуете в это время года? Новый год, день рождения дочери. День рождения дочери? Ага. А что насчет Рождества? Вы празднуете Рождество? Ну, в целом, так как мы живем в этой стране, с друзьями, да, отмечаем, да. А почему вообще люди празднуют Рождество, по вашему мнению? Честно, в силу того, что я немного другой национальности, да, не могу прям на 100% ответить, но, естественно, в силу того, что это же день рождения Иисуса, да. День рождения Иисуса, да, день рождения. Даниил. Марина. Очень приятно. Какое ваше любимое время года? Лето. Зима. Почему зима? Потому что я люблю холод и снег. А какие праздники вы обычно празднуете в это время? Никакие. Никакие. То есть ни Новый год, ни Рождество, ничего такого? Я иудей. А, интересно. Празднуете ли вы вообще Рождество? Если нет, то почему? Мама празднует, я просто слышу. Моя мама тоже празднует, я тоже с ней за компанию, чтобы ей не было грустно сижу. А почему, по вашему мнению, почему люди празднуют Рождество? Традиция. Мне тоже так кажется, потому что их родители праздновали, родители родителей и так далее, и так далее. А знаете ли вы вообще, почему Рождество празднуется, с чем, какая история у Рождества? Ну, я так понимаю, это связано с Иисусом. А, Артём, какое твое любимое время года? Лето. Лето? А почему лето? Потому что не холодно, у меня день рождения летом. Как здорово. А тебе вообще нравится зима и зимний период? Ну, в Москве, да. А какие праздники ты обычно празднуешь в зимой? Ну, Новый год, естественно. А что насчет Рождества? Празднуешь ли его? Нет, не праздную. А почему не празднуешь? Я не знаю, ну... А ты... Семейный праздник, я с семьей не живу сейчас. Я уехал, я здесь с девушкой. А с девушкой... Ну, не знаю, не празднуем мы просто. А ты вообще знаешь, а почему люди вообще празднуют Рождество? Ну, конечно. Из религиозной точки зрения, если... Потом, ну... Семейное, то, что сплочение больше семьи. Женя. Вика. Вика. Очень приятно. А скажите, какое ваше любимое время года? Осень. Вот. Зима. О, замечательно. А как вы обычно празднуете новогодние праздники? В кругу семьи. А что делаете? Собираемся всей своей огромной семьей за столом, праздник, разговариваем. Замечательно. А ты как? После праздников едем на горки кататься, на сноубордах, на коньках, на лыжах, в баню. А празднуете ли вы Рождество? Нет. А если нет, то можно узнать, почему? Не знаю, просто какой-то такой традиции нет. А ты как? Ну, празднуем, просто семейный ужин у нас. А вы знаете вообще историю Рождества или почему празднуют люди Рождество? Или ваше мнение, почему люди? В чем смысл Рождества? Христос родился. Нет, если честно. А вы, девочки, вы верующие вообще? Православные? Ты? Да, да. Здравствуйте, меня зовут Сергей, приятно познакомиться. Надежда. Очень приятно. А скажите, какое ваше самое любимое время года? Конечно, Новый год.
потому что снег, веселье, радость, каток, особенно на Красной площади, салюты, фейерверки, салатики под Новый год. Вообще топово. А скажите, а вы празднуете Рождество? Конечно, празднуем каждый год. Да. А вы, ребята, верующие? Это обязательно, конечно, верующие. Да. А, и скажите, а почему так много людей празднуют именно Рождество? Что такого особенного в этом дне? Ну, это самый главный день. Получается, то, что эта традиция уже давно вошла в Древней Руси, мне кажется, то, что все должны это отпраздновать. Ну, лично мое такое мнение. Рождение Христа — это... Семён. Аня. Аня, очень приятно. Так, а скажите, какое ваше любимое время года? А, вообще лето, но зимой особенно прекрасно, когда идет подготовка к Новому году. Всегда красиво и атмосфера волшебства какого-то. Да, у меня тоже лето, но зима тоже. Есть ли какие-то... что вы празднуете обычно в зимнее время года? Зимой обычно наступает на моей семье череда дней рождений. Да. День рождения празднует. Да, у меня сегодня. У тебя сегодня день рождения? Спасибо. Спасибо. И, конечно, Новый год. И в конце, потом в январе уже Рождество. Старый Новый год тоже отмечаем. Зима вообще богата на праздники и какие-то такие гуляния. Да, у меня тоже основное — это Новый год, мама день рождения перед Новым годом и Рождество. То есть вы оба верующие? Да. А вы православные? Православные, да. А скажите, а вот что вам, почему вам кажется, Рождество — это такой важный праздник? А, ну, вообще, Рождество — это очень семейный праздник, который отмечается в кругу семьи. И очень важно, когда собирается вся семья. То есть вот в наших семьях, допустим, собирается на этот праздник именно вот вся семья, приезжают с разных городов. И для нас, наверное, Рождество — это и есть такой праздник, который объединяет всю семью. Да, я тоже так считаю. То, что Новый год не все дома привыкли праздновать, а Рождество — именно такой домашний уютный да, праздник. Да, семейный праздник. Очень хорошо. Меня зовут Ангелина. Оля. Лена. Лена, очень приятно. Скажите, какое у вас любимое время года? Наверное, лето. У меня зима. У меня тоже зима. А почему зима или лето? Ну, я очень люблю тепло, то есть я довольно не переношу, не очень люблю, точнее, холод. Поэтому, наверное, лето. А зима, потому что очень красиво. Вот, например, сейчас очень красиво крашено на Красной площади. Ну, во многих городах. Яркий объект. Мне кажется, что зима — это самое волшебное время года. Из-за Нового года как раз-таки Рождество. Какие именно праздники для вас такие самые важные в зимнее время года? Ну, конечно же, Новый год. Тоже Новый год. Новый год. А скажите, кто-нибудь из вас празднует Рождество? Ну да, мы празднуем Рождество, но больше в кругу друзей, в кругу семьи, точнее. Ну вот я так же. Мы Рождество скорее просто собираемся, чай попить с семьей, вот так. Семья и то. Ага, с семьей. А знаете ли вы вообще, откуда Рождество произошло? Почему люди празднуют Рождество? Ну, это связано с тем, да, что родился Иисус. А вы сами, вы верующие, неверующие? Ну, довольно, да. Ну, скорее, да, чем нет. Да.